Меня зовут Антонова Антонина Михайловна. Я методист Лавозерского национального культурного центра. Занимаюсь самским языком. Веду группы в детском садике, в школе. И возрастные или по желанию, кто приходит к нам в центр изучать самский язык. Я его знаю с детства, да. В школе особо я его не изучала, потому что не было для меня такой потребности. Я жила в самской семье. У меня родители потомственные оленеводы. Мне посчастливилось еще, что меня учила моя бабушка Карпова Ульяна Антиповна. Она была 1890 года рождения. И ее не стало, когда мне было 10 лет. Она постоянно со мной разговаривала на самском языке. Потом с родителями в тундре у нас была чисто самская бригада. Там всегда звучала самская речь. Так что такой необходимости изучать в школе для меня это... Ну, есть такие семьи, конечно, где разговаривают на самском. Есть и муж с женой разговаривают, есть и родители с детьми разговаривают. Молодежь сейчас подтягивается изучать язык более поплотнее, чтобы общаться. Уважать другую национальность, мы на работе общаемся на русском языке. Но кто к нам приходит, и мы знаем, что это самскоговорящие и понимающие, мы... Волей-неволей мы просто сами, не замечая того, мы переходим на самский язык. Ну, знаете, наверное, сначала... Ну, вот если взять вот в современном виде, в мире, то может быть самская группа, хотя бы одна, на два садика, вот если на фоне Лавозера. Так что же было бы здорово, что дети постоянно слышали бы речь. Возвратить уроки самского языка, не только самского языка, но и... У нас же рядом коми живут. Почему нет? Сделать родной язык. Кто-то идет на язык самский, кто-то на коми. Почему нет? Пожелание семьям, чтобы кто-то, хотя бы кто-то один разговаривает, значит, учили бы своих детей. Потому что, ну, без семьи никуда. Если в семье не будут, не хотят поддерживать, то... Мы ничего не сделаем, мы ничего не сможем. Даже пусть будет это 10 законов, ну, не знаю. Что бы вы пожелали людям, которые хотят начать изучение самского языка? Не стесняться говорить. Кто начинает изучать, говорят, что наш язык очень сложный в произношениях. Не бояться. Не бояться обратиться к носителю. Если у вас есть в семье кто-то из говорящих, кто-то из знающих, пусть они вам подсказывают. Как наши бабульки говорили, не бояться сломать язык, потому что у нас очень есть трудные звуки, которые произносятся очень трудно. Но их преодолеешь, и все получится. Ну, это тоже вот Надежда Павловна Большакова. Угу. Я всегда подписываю Юрьева, это моя девичья фамилия. Угу. Это вот привезла детей в Оленегорск на «Мой Наслань, сказочный город». Детский театрализованный праздник, фестиваль там. А дети пока пили чай, сижу, жду. Она так... Это было наше первое с ней знакомство. Она подходит, говорит, можно сделать фото? Говорю, да пожалуйста. А я когда еще училась в школе, она приходила к нам на классные часы, и я всегда думала, вот бы как-то познакомиться, но я знаю, что она пишет, она писатель. Ну, думаю, хоть когда-нибудь, вот знаете, вот поговорить с ней вот просто, как с человеком. Ну, это казалось для меня это еще такая звезда высокая. И вот, представляете, вот она просто подходит, говорит, можно сделать фото? Я говорю, да, пожалуйста. Потом с ней разговорились, она говорит, Тоня, ты пишешь. Я говорю, а с чего вы взяли? Она такая говорит, а у тебя на лбу написано. Я говорю, да ладно. И она предложила мне все свои, как я их называю, просто, знаете, бумажки в стол. Собрала, и она мне звонит, говорит, отправляй. Я отправила. И тогда вот вышла... Большая книга здесь, я ее не вижу. Она, ну вот формата, вот, наверное, вот такого вот. Она большая, кирпич такой.
Она мне его с Москвы привезла. Поэзия коренных народов России. Может, видели ее? Вот она тогда мой материал послала туда. А потом вот послала в эту книжку. Потом она мне предложила поучаствовать в переводе книжки тоже. Ой. Книжку только держу или в музее, или в библиотеке. Как говорят, что вроде как мне пару экземпляров положено, но еще не дошло. Ну так, хоть посмотреть, в руках покрутить. Что труд действительно вышел. Это вот последняя работа с Надеждой Павловной наша. Ну, наша самская песня «Ловит», она в основном идет как... Не записанный и заученный текст, а, как лучше сказать, мысль, разговор идет от души, от сердца. И когда бабульки пропевали «Лей-лей-лей-лей-лей-лей», это как можно было еще поймать очередную мысль, очередное слово, что ты хочешь сказать. Даже можете иногда и заметить, что если кто-то поет заученные тексты, забывает, он одно и то же слово повторяет несколько раз. А носитель, он если поет, то он поет, и он даже не задумывается, он просто рассказывает. В этой песне он может поговорить со своими предками, которых уже нет. Он может вспомнить о чем-то родном, какие-то моменты из детства. И в этой песне можно рассказать о чем-то своем. Еленочка, Елен, Еленен, чарест Елен. Качарест будет пенелее, я на кваре похосеце кваре. Мои родители работали в тундре. Папа был оленеводом, мама чумработницей, шила им теплые вещи. Сейчас я вас вижу только во сне.